Всем привет! Сегодня будет разбор такого рифа у меня. Теперь давайте разберем этот риф. Все полностью разбирать не буду, напишу табами. Самое сложное попытаюсь именно объяснить, как делается. И самое начало — это у нас получается аккорд с артикуляцией. Здесь, чтобы его сыграть, нужно сначала повторить без гармошки: та-та, така-тука, така-тату, та-та. И там блокировка языком пошла. Еще раз. И еще раз. Сыграйте сначала без губной гармошки, повторите та-та, така-тука, така-та-та, та-та. И тун-тун-тун, та-та, така-тука, така-та, така-та-та, така-тун-тун-тун. Вторая часть. Здесь ничего сложного нету. Здесь идет последовательность аккордов, блокировки аккордов с блокировкой языком. Ну и бенды идут. Полтона и полтора тона. Ой, полтона и тон. И потом пошло опять с самого начала. И потом идут, пошли уже бенды опять на третьем тирасе. А ритм, вот этот аккорд, он как бы остается прежним. Така-тука, така-тату. А табы прикручу, хотел сказать. Табы напишу, добавлю их в видео. У меня под комментариями я всегда пишу в основном, либо я говорю видео, либо пишу под видео, какая губная гармошка. Губная гармошка у меня Marine Band, кастомизированная, в тональности до. Этот риф не такой уж прям мега сложный, здесь просто нужно и ритмически правильно его сыграть. На медленных скоростях, потому что некоторые берут сразу и пытаются на бешеных скоростях сразу его сходу сыграть. Ничего не играется быстро, так прям сразу все начинается с маленьких скоростей. Всегда, даже когда я подбираю какие-то мелодии, я всегда начинаю с маленьких скоростей. Тот же, например, Body Green, когда я его еще изучал. Ой. Конечно, не идеально еще, но я еще его тренирую. Начинал я играть именно вот так. Ну, примерно так. Также и здесь нужно к этому рифу подойти сначала
на медленных скоростях поиграть, а потом уже постепенно-постепенно увеличивать скорость. Надеюсь, этот риф вам понравился. И сейчас начинаю дальше снимать еще одно видео, пока время у меня есть свободное. А в апреле я еще в отпуск пойду, так что будет еще больше свободного времени. Всем пока!